Добрый день! Сегодня мы продолжим рассматривать монеты современной России. Данный альбом и монеты посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот набор состоит из 18 монет номиналом 5 рублей. На данном альбоме мы видим название альбома, номинал, тираж. Название всех битв, операций. Альбом очень красочный. Выполнен в военной тематике. На каждом листе находится по 9 монет. Давайте развернем лист. Всех, кого заинтересовала данная информация, альбом с монетами, пишите в личку. Также есть канал на YouTube. Подписывайтесь. За класс репост. Огромное спасибо. Спасибо за внимание.